Доброе утро, друзья! С добрым августовским утром! С добрым утром, мои уважаемые подписчики и все, кто заглянул на мой канал! С добрым августовским утром! Для тех, кто только подписался на мой канал, говорю, что я 4 раза в неделю хожу по городу пешком, выбираю себе маршруты и хожу. И вот сегодня у меня по плану пешая прогулка. Я присела отдохнуть возле санатория Кубань. Здесь можно вот так посидеть, покачаться. Такой теремок. Смотрите, как здорово сделали. Вот такая крыша. Такой теремочек. И можно посидеть, отдохнуть с детками. Вот такой красивый. Лавочка. Качалочка. Здорово. Возле санатория Кубань. И вот моя пешая прогулка заключается в том, чтобы я 1,5 часа походила, подышала воздухом. И все, что нравится мне, я снимаю и показываю вам. И знакомлю вас с нашим чудесным маленьким городом. Рядом с санаторием Кубань такое красивое дерево растет. Смотрите, какие серьги. Кафешечка есть. Место для отдыха, фонтанчик. А я направляюсь к морю. Немножко похожу, подышу. И на работу. Народу еще очень много. Кафешки, рестораны работают, столовые. Ох, Кампсис как разросся. Смотрите-ка, друзья, как мне нравится. Это лиана у меня, она всего, ну, 5 метров, наверное. А тут... как разрослась. Вот такие цветочки у нее. Цветет все лето. Жара у нас вроде бы спала. Дышать поприятней. А тут так душно было еще. Видимо, атмосферное давление меняется. Очень тяжело дышать. Ходить, гулять, на море отдыхать – это одно. А вот работать, работать очень тяжело, даже несмотря на то, что кондиционеры есть. Вот я свернула на улицу Пушкина. Вот здесь центральный вход нашего санатория Кубани. А я сейчас пойду к морю. Вот видите, как он у нас. Розы цветут. Когда-то с левой стороны вот здесь вот стояли бутики с сувенирками. Все убрали. Поставили лавочки. Зеленая такая зона с дорожками. В одном из видео я вам показывала кустарники. Они еще не цвели. Смотрите, друзья, это кампсис, который я вам показывала. Ой, стоп, нет, это не кампсис. Кампсис это я вам сейчас показывала. Это гибискус. Да, такие названия матершины. Вот эти.
Камсис, это я вам сейчас показывала, он растет лианой. А это гибискус. Очень много оттенков гибискуса. Это итальянские кустарники. Они у нас повсюду растут. Вот когда-то со стороны Горгипии стояли бутики с винирками. Уже, наверное, лет 8, наверное, как убрали. Сейчас у нас проходят ярмарки. В сезон всегда проходят какие-то ярмарки. Приезжают артисты, выступают. Ярмарки выходного дня. Мир камня сейчас вот проходит. Обычно он вот здесь вот проходил, в Горгипии. Почему вот сейчас вспомнила, мимо проходим, с правой стороны Горгипия музей. Каждое лето проходил. Ну, не фестиваль, а, наверное, это ярмарка продаж. Там можно было приобрести любые камни. Приезжали мастера, продавали свою продукцию и арендовали в Горгипе. Сейчас эта ярмарка в порту проходит, вот с левой стороны. Порт у нас, эта ярмарка проходит там. Морские прогулки. Так, я куда-то не туда пошла. Ну, давайте вот тут прогуляемся. Вот с левой стороны порт. Морской клуб. Здесь у нас аттракционы. Видите, в море. Детвора, что ли, не пойму. Да, детский смех. И туда дальше проходим, спускаемся. Начинается песочек. Вот наша такая бухта. Сегодня понедельник, 24 августа. Очень много работы. Стало очень мало снимать, потому что нет времени даже вот так прогуляться. Либо большой груз. Но так приятно, когда ходишь, гуляешь, наслаждаешься воздухом, солнышко светит, так тепло. Вот здесь вот стояли детские аттракционы в прошлом году. Ну, в этом году очень много ограничений. Многие не работают. Так, интересно, почему квас? Для вас сейчас подойду, поснимаю. Что тут у нас? Груш, мохито, квас. На один день. Мороженка. Пока найду кого. 50 рублей, 50 рублей 5 шариков. Наш знаменитый корабль с красными парусами всегда фотографируется.
туристы с детками отдыхают. О, видите, фотографируются. Море цветет. Посмотрите с левой стороны. Какое грязное. Музыка со всех сторон, и слева, и справа. Наша набережная. Недавно мне написали комментарий, что за лавочки у вас из карандашей. Ну, вот я обещала ответить. Если я буду гулять по городу, я увижу эти лавочки, обязательно вам покажу. Вот эти лавочки. Это новые лавочки. Они стоят несколько лет. Вот такие необычные. Можно присесть и отдохнуть.